86-й год. Пятилетний Ливан упал в вольер с гориллами и потерял сознание. Теперь мальчик находится во власти двухметрового вожака по кличке Джамбо, весом около 150 килограмм. Горилла неспешно подходит к ребенку и делает выпад вперед, как бы закрывая мальчика от другой гориллы, защищая не только его, но и подопечного своей стаи от необдуманных действий. Ведь группа смотрителей с оружием была уже в пути. Джамбо гладит мальчика, как бы проявляя сочувствие. Он сидел рядом с ним, не подпуская никого из других горилл. Но напряженная ситуация у наблюдавших переросла в панику, когда мальчик заплакал. Никто не мог спрогнозировать, как поведет себя Джамбо. Может ли он напасть, расценив крик как угрозу? Но Джамбо тут же бросился прочь, командуя остальным следовать за ним. Вожак загнал всех горилл в вольер, издали наблюдая, как спасают его невольного гостя. Джамбо прозвали «Нежный великан» и увековечили его поступок в статуе на территории зоопарка.